Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Мы вспоминаем, как бы был Богом дан Дух истины для многих поколений. За сотни лет еще в пророческих словах предсказан был сей дар благословенный. Бог говорил, что в плотяных сердцах жить будет Дух Создателя Вселенной. И день пришел. Источником благим стал Божий Сын ко древу пригвожденный. Он умер там, чтоб ты мог стать живым и славил Господа душой спасенной. Для этого Иисус наш пострадал, для этого свой Дух послал на землю. И тот, кто к Богу в нищете воззвал, обетование Отца приемлет. Сегодня праздник, он из года в год приходит к нам, отмеченный в деяниях, но этот день в сердцах пусть оживет, не будет только днем воспоминаний. Иисус спасение наше совершил, Он подарил нам жизнь и жизнь с избытком, с немеркнущей радостью души, чтоб мы детьми не назывались, были. О Дух Святой, на месте сём сейчас коснись сердец божественным дыханием, услышь и тихий вздох, и громкий глаз, открой уста в молитве покаяния, очисти, Боже, наш сердечный храм, наполни благодатью неземною, пусть вознесется чистый фимиам молитв к Тебе горячую хвалою, пусть Богу скажет каждая душа: Иисус, мой пастырь, я в Тебе нуждаюсь, люблю Тебя, хочу Тобой дышать, в Твои святые руки доверяюсь. Вот я, Христос, пошли меня на труд, и силой Духа Твоего исполни, чтоб годным стал мой немощный сосуд для добрых дел с Твоей любовью. Дерзай, сестра, дерзай, мой брат, открой Иисусу Твое сердце шире. Господь наш победил и смерть, и ад, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Ведь Библия не летопись чудес, а в силе Духа сказанное слово. И Дух Святой был послан к нам с небес, чтобы дела Христа свершались снова. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Хвала Творцу, что Дух Святой был дан и для последних наших поколений.